Видеорегистраторы для водителей сегодня становятся такой же необходимостью, как водительское удостоверение или техосмотр. С его помощью автовладелец может доказать свою правоту. Правильно ли пешеход перешел дорогу или кто и кому из водителей не уступил, а может и имеющейся записью помочь другим участникам дорожного движения. Купив себе автомобиль, Алексей Шава немедля решил обзавестись видеорегистратором, поскольку дорожное движение сегодня в Кустанае неспокойное, как со стороны водителей, так и пешеходов. Вот, пожалуйста, вот сплошная линия, пешеход там, где он быть не должен. Пешеходы, нарушая все правила, мыслимые правила дорожного движения, возникают у тебя перед автомобилем, а автомобиль, он не человек, он на раз-два тоже не останавливается. Пока полицейским помогают видеокамеры, установленные на улицах Кустаная. На трагических кадрах видно, кто и на какой сигнал светофора, с какой скоростью двигался. Информация напрямую поступает в центр оперативного управления. Но пока все же есть улицы и трассы, которые не попадают под зоркий глаз сотрудников ЦОУ. А ситуаций сложных, серьезных на дорогах действительно много, констатируют дорожные полицейские. Бывает, при случившемся ДТП автомобиль от удара разворачивает или отбрасывает настолько, что не всегда понятно, в каком ряду ехал водитель, в какой момент начал перестраиваться. Помочь могут видеорегистраторы. Если он стал очевидцем какого-то дорожного происшествия, на добровольной основе он может обратиться в тот или иной орган дорожной полиции или орган внутренних дел, где предоставить видеозапись для более всестороннего расследования данного происшествия. Далее полицейские опрашивают водителя, который предоставил видео с нужными кадрами. Возможно, в дальнейшем его показания пригодятся и в суде. Свидетелем ДТП Алексей Шава тоже был. Авария случилась на его глазах и объектива автокамеры. Я останавливался и давал свой сотовый телефон участникам ДТП, то есть с предложением, если возникнет такая потребность, то есть я мог предоставить это видео. Видеорегистратор – это независимый свидетель любого ДТП. Все остальное – желание и сознательность – зависят от владельца авто и камеры. Кстати, в рамках отраслевой программы обеспечения безопасности дорожного движения за счет республиканского бюджета патрульные автомобили дорожной полиции Казахстана тоже уже оснащаются системой цифровой видеозаписи дорожной ситуации. Антон Корчинский, Алексей Басарнов, Наталья Коптел, РТН.